Закон перехода количественных показателей в качество, постоянные плановые антинаркотические акции и заседания комиссии приносят качественный результат. Уменьшением количества наркозависимых, дальше борьба с табакокурением, с употреблением алкогольных напитков, профилактика среди молодежи, взрослого населения по недопущению употребления наркотиков. И вместе с тем в последней сводке полиции отметили рост преступности среди подростков и молодежи, а социальное поведение проявляется как протест или альтернатива организованному досугу. В таких ситуациях специалисты работают с родителями. В масштабную профилактическую работу включаются участковые, главы сельских округов и представители общественности, организаций и территориальных органов самоуправления. В городе и сельских округах проводят проверки санитарного состояния и благоустройства. Неблагополучные семьи ставят на учет. Такие родители приглашаются на заседание Совета общественности, где мы совместно пытаемся всеми доступными доводами призвать их к ответственности за судьбы собственных детей и за их поведение. Регулярно проводятся рейдовые мероприятия по профилактике безнадзорности. Закон 1539 КЗ. Можно с уверенностью сказать, что после 22 часов детей на улице без сопровождения взрослых за 2013 год значительно снизилось. И, конечно, это заслуга в совместной работе сельской администрации, Совета общественности, казачества, коллективов школ и полиции. Когда родители начинают понимать ответственность перед детьми, справляются и заботятся о детях, такие семьи снимают с учета. За 2013 год снято 3 человека наркомана-эпизодника и 5 человек из списка алкоголизм. Сейчас мы вновь проверяем, по дворовой обход проводим, где-то около 10 человек уже мы обнаружили, которые сейчас не проживают в сельском округе, и они, конечно, будут сняты тоже. Места неорганизованного массового скопления молодежи проверяют дополнительно. Всем известная площадка между Субсехом и Суко – не только красивое место для фото. В администрацию поступило предложение создать частный автокинотеатр для молодежи. Но досуг вряд ли ограничится только просмотром кино. Поднимитесь на горку вот сюда, вот как Субсех едете на Суко, там где написано графема «Кавказ». Вот на этой площадке в летнее время неспроста собирается молодежь на машинах. Организация профилактических бесед и заседаний, работа с детьми и молодежью, организация досуга и пропаганда здорового образа жизни в городе-курорте проводят серьезную антинаркотическую кампанию. Работает телефон доверия 548-95. Дежурные принимают звонки и сообщения о фактах распространения наркотиков. Остановить смертельную угрозу можно только объединив усилия против невидимого врага. Наталья Пухальская, Максим Лагоша, Анапа регион.